Приехал на машине, беру ключ, ключ не лезет. Глянул, вот этот саморез вернут туда до конца, и конец сломанный. Все это, по мнению Шафигулы Шарапова, проськи соседей по участку. Пенсионер считает это самым настоящим вредительством, ведь замок теперь неисправен. Вражда между дачниками, рассказывает мужчина, началась весной. Тогда он был вынужден отключить соседей от электричества. Поводом послужило предписание от руководства СНТ. В этом году общество КАМА передает наше снабжение Татэнергострою. И сказали все счетчики вывести на столбы. Когда это я узнал, я позвонил соседке, сыну. Я говорю, вот так и так, с мая я живу, счетчик выведу, вас, говорю, отрежу. Он сказал, ладно. Казалось бы, договорились, однако вскоре последовали угрозы, говорит Шафигулла Шарапов. А дальше и действия. Садовод рассказывает, что по веранде кидали камни, а машину обсыпали солью. Сейчас добьюсь, что приехала милиция, зафиксировали факт порчи машины. Потом отгоню ее на мойку, помоют. После помойки приглашу эксперта на нанесенный ущерб для восстановления машины. И через суд добьюсь восстановления машины. Во время нашей беседы подошла и Наиля Закирова. Между соседями вновь произошла ссора. Причастность ко всем происшествиям на участке мужчины пенсионерка отрицает. Он говорит, что ли? Я говорю, я. А что я делаю? Замочный склад, саморез. Это не я. А кто он, сын? Сына здесь не было, он работал в челнах. Пока у всех сторон конфликта только слова, никаких доказательств. Потому доказать вину или невиновность невозможно. Как говорит адвокат Вадим Голышев, в случае порчи имущества необходимо вызывать полицию. Я бы посоветовал установить камеры видеонаблюдения, либо иным способом фиксировать противоправные действия соседей. Также при каждом случае противоправных действий я советую вызвать участкового, либо обратиться в полицию по телефону 02, чтобы участковый приехал и все зафиксировал. После этого, если полицией не будет установлен состав административного правонарушения либо уголовного преступления, при соответствующей фиксации можно будет обратиться в суд с требованием о компенсации материального вреда, получается, от соседей. Денис Макаров, Рафаэль Ракипов, новости НТР.